Привет, Димас! Привет! Привет! Привет. Мы сейчас в Кодовске, да? Да. Сейчас пойдем лепить с глины ковшики разные. Вот здесь, да? Посмотри, классно с глины. А мне нравятся сердечки. Димас, тебе нравятся эти сердечки? Одевает фартушок специальный, да, мастерской. Такой красивый, как мастер. А пусть сам выбирает, какой ты хочешь лепить, показывай. Сердечко. Сердечко маленькое, да, такое? Димочка. Вот так вот сбивай до центра. Бери, давай, делай. Зараз, 2 секунды, зараз. Сбивай. Опа, опа, классно тогда получается. Прикольно так. Клади сюда. Классно так. Сейчас вот сердечком, глечик, да? Все. Силу покажи себе, давай. Ты главное слушай дядя, как говорит, правильно делать. Будет красивый глечик, понял? Показываю. Давай ручки. Класс, вот, такие ручки у тебя. И стискай до центра. Прикольно? Стискай. Мне кажется, это вообще классное занятие такое, да? Стискай. Столько радости. Стискай. Классно? Так крутится, поливают. Классно? А кому ты подаришь свое сердечко? Не, спасибо. Прикольно. Димаська, нравится тебе? Да. Давай, помогай. Ух ты! И в середину. Давай, пальчиками напускай в середину. Надавливай пальчиками в серединку, да, так как дырочку делаешь, да? Класс. Растягиваю так. О, видишь, как получается? Топ, отпускай. Класс. Вообще классно. Нравится? Вообще, скажи, так классно получается. Ручку поднимай. Стоп. Ух ты, как классно получается. Поднимай, да? Смотри, как классно. Дима, класс. Супер вообще. 40-50-60. Такие классные получаются. Ух ты, смотри, какой он стал красивый, да? Такая форма красивая. Очень аккуратненько, да? Давай, старайся, чтобы красивый был. Вау, классно получается. Пускай. Класс. Ух ты, как красиво. Круглый будет, да? Так кругленький сделали. Димася, будем сердечко делать? Да, давайте сердечко нам. Указательные пальчики. Вот так вот делай, как дядя показывает. Так держи, как дядя говорит, надо слушаться дядю мастера. Получится красиво. Ровненько держи пальчики. Вот так, как сердечко, понял? Сейчас что получилось? Вау, видишь, получилось сердечко. Давай сердечко, серединку, знаешь? Вау! Супер, да? Класс! А это что такое? Это что-то будет? Это что-то будет классно? Отрезал. Класс, да? Что, Дима сделал сердечко? Все, сделал, супер! Класс! Класс, у тебя такой классный глечик получился в форме сердечка, да? Вообще это, супер. Это чашечка. Чашечка такая классная. Тебе понравилось? И можно добавить воды, и можно пить. Да, только надо сказали, чтобы оно высохло сначала, ну, да? Очень, да. Димася, тебе понравилось делать? Да. Супер, очень классное такое вообще занятие для детей.
Говори, если вам тоже понравилось, ставь, Дима, лайк, да, ставь. И подписывайся на канал. Димас, Атас. Всем пока. Пока, помаши, пока.